Сухой душ из песка и соли – устаревший способ борьбы с гололедицей на дорогах. В мэрии заявили, что методы нужно менять. От песка одни проблемы и неприятности. В течение зимы на улице города высыпают десятки тысяч тонн вот такой смеси. Она оставляет на дорогах грязные разводы и прочие проблемы. Забиваем ливневки, портим дорожную инфраструктуру. Этот же материал является абразивным, он стирает разметку дорожную и так далее, и так далее. Ну, много негативных факторов. В следующем году с гололедицей решили бороться по-новому. В мэрии не скрывают, тактику решили сменить ради гостей универсиады. Необходимо избавить улицы от песочной грязи. Для этого планируют закупить для пробы 500 тонн препарата «Бионорд». Он на 60% состоит из обычной поваренной соли и на 40% из солей, которые нейтрализуют ее вредное воздействие. Производитель, уральский завод, уверяет, их препарат не только плавит снег, но еще и удобряет газоны. Материал безвреден. Рекомендован в соответствии с заключением раздурней к применению на дорогах и улично-дорожной сети городов. Вот. По стоимости материал выше, но при этом расход его в 5 раз меньше. То есть меньше привезем, меньше вывезем, соответственно, более оперативно будем убирать в городе. Автомобилист-общественник Егор Фролов 3 года прожил в Японии. Говорит, там с гололедом борется исключительно реагентами. Современные солевые смеси менее вредны, чем обычная соль. Эта химия в любом случае используется с применением солей, только не тех солей, которые реагируют, например, на тот же металл, либо одежду. Эта химия, она, ну, более такая лояльная к металлам и одежде, но агрессивная к замерзающей среде. Вадим Серватинский уверен, что самый эффективный для городских улиц способ – это своевременная механическая уборка снега. Но если с осадками оперативно справиться невозможно, то тоже голосует за реагенты и против песчано-солевой смеси. Современные реагенты действуют и при минус 30 градусах. Соль бесполезна и при более теплой погоде. Плюс к отрицательным сторонам – соль имеет ограничение по температуре. При температурах ниже 15-16 градусов она практически неэффективна. При температурах ниже 20 градусов минус эта соль вообще не работает. Она не плавит лед. Новый препарат начнут использовать уже в январе. На весь город 500 тонн не хватит, поэтому выберут лишь несколько улиц. Скорее всего, это будут улицы гостевого маршрута универсиады. В течение зимы чиновники и горожане посмотрят, как будет себя вести новый препарат. И, возможно, впоследствии город совершенно откажется от песка. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтово новости.